поддержать боевой дух и порадовать российских военных решили ульяновские народные коллективы. Артисты приехали в военный госпиталь поздравлять с майскими праздниками ребят, находящихся на лечении и реабилитации. Мы, конечно же, каждый год сюда нас приглашают, мы по возможности приезжаем, выступаем. Давно здесь уже у нас на связи. Ну, публика, да, немножко так волнительно, тревожно, потому что ребята смотрят на нас. Пришедшие оттуда, они немножко, наверное, по-другому ценят и воспринимают жизнь. Мы здесь как-то живем без разрыва снарядов, свиста пуль. Артистки татарского ансамбля «Урама» с начала специальной военной операции не только поют и пляшут, но и активно помогают фронту. В свободное от репетиции и концертов время коллектив занимается добровольческой деятельностью. Ну и с каждым разом у меня девочки мои, с каждым разом, когда выступают, они все больше и больше в эту тему входят. Мы свечи делаем, мы проводим благотворительные концерты, мы ездим совместные концерты делаем, межнациональные. Военных пришли поздравить и активисты организации «Волонтеры Победы». Представители движения привезли нашим ребятам пасхальные куличи. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Управда ТВ.